Приветики, я Татьяна Волкер. Сейчас я вам покажу Space Needle в Сиэтле, штат Вашингтон, страна США. Я извиняюсь, но тут должны быть все в масках. Мой оператор Ричард. Space Needle. Where is it? Вот здесь. Мы приехали на лифте. Снова ступеньки. Здесь сейчас очень много изменений. Открыли, по-моему, круглую, полностью панораму открыли. Здесь очень толстое стекло, скамейки из стекла. Что-то это самое, мне так страшно. Это очень высоко. Я что-то смотрела вниз, говорит, я туда не пойду. Give me hand. Ой, мамочки. Внизу. Вот наша машина just стоит. Beyond the red one. Покажу. Up there. Вот наша there. Машина тут стоит. Вид сверху на музей. А вот эта зеленая крыша, видите? Это парковка. А тут и зеленая крыша, это Discovery Center. И вот дальше следующее здание, вот это вот. Ой, подожди. В общем, вот этот блок отсюда, вот до сюда. Это здание Билла Гейтса и его жены Мелинды. Здание фонда. Вот это. А вот это вот. Парковка. Да, парковка. И там Discovery Center. Вот эти лестники. Это Is it parking spot over there? Yes. Our car is just beyond that red no, car. No, where is green roof? Green roof? It is Discovery Center. Замаскирован. I think it is. Yes. Discovery Center. Where is it? This one. Это вот. Это парковка. Мы-то завтра собираемся сходить. Сегодня не успели. Меня интересует, как называется вот этот вот район. Вот отсюда, вон до сюда. I need to find out what's this name of this. Так, вот здесь вот, по-моему, это яхт-клубы. Потому что здесь яхты стоят. Вообще все вот. Начиная вот отсюда. Яхты. А вот это вот. Так, где мой палец? Вот это Highway 5. Пятерка называется. Простонародье. Пятерка идет. Да. И вот с этого шоссе, которое машины едут, видно вот эти вот яхты. Ну так, моментами. Речка, let's go here. Let's go to the right. Так, и, короче, вот сюда, вот в этот район, можно заехать вон по тому мосту. Здесь три вышки стоят, белый с красным. That's Lake Union right there. This is Lake Union? Mm-hmm. What's the name of this? The water ran going out the other side of the old sand bay. That's a good spot, Jeff. А
мы сейчас катались вон там на заливе. Over there is Discovery на Park. Корабле. It says there's a golf course over there too. David Rogers Park. David Rogers Park тоже здесь. I'm going to the right side. Right here. It's going to be right up there. Probably either that bunch of trees or that bunch. Probably that bunch of trees up there. What is it? It's a park. What is this building between that two? That's what I'm trying to figure out. It's that University of Washington. Если по открытке смотреть, похоже на университет. Но по этим знакам университет это вот. А, I told you university. Это университет Сиэтла, Тихоокеанский. Вот это вот здание. Видите, какая большая стала. А наш отель вон там. Хэмптон Инн на Первой Авеню. Так, пойдем дальше. Марк. Еще раз повторюсь, это символ Сиэтла. Это как Эйфелева башня в Париже. Или как Кремль в Москве, скажем так. А, нет, там сейчас в Москве, Москва-Сити. Большой, красивый, зеленый город, много воды, там еще какое-то озеро вот там-то видно. Where is Cascade Mountains? Where is Cascade Mountains? Right in front of you. Прямо, прямо передо мной каскадные горы. О, так плохо их видно, потому что туман уже. Да, за облаками не видно. Вот там горы, скалистые горы. Мы приехали сюда через вот этот, ну как сказать, перевал. Yeah, but there's so many subscribers.
говорят о подписчиках. Столько у них много подписчиков, что вы не субскрайберс. Где-то у них детям по 6-7 лет такие субскрайберс, подписчики. Модное слово. Привет всем моим подписчикам. Настоящим и будущим. Мы сюда приперлись только из-за Ютуба. Но нет, конечно, не только. Мы приехали поразвлекаться, отдохнуть от обыденной жизни, узнать, что нового. Здесь очень много нового здесь. Делали новый вход по-другому, переделали. Сделали цельную фильтрацию воздуха с новыми технологиями, как в московском метро. Дальше что? Сейчас сейчас ничего на ум не идет. О, самолет. Ну, мы раньше здесь были, но у меня не было такой камеры. Сейчас я снимаю на фотоаппарат Apple 8. И мы всегда здесь были бегом-бегом с утра. Сейчас вечер. Все тут селфи делают. О, мои субскрайберс! Разговаривают на всех языках. Мы сейчас катались на колесе обозрения вот здесь, потом прокупились на кораблике, через весь залив вот так, доехали до Алтайи, развернулись, поехали сюда, и вот такой путь у нас был. Очень крутая прогулка. Это индустриальная зона. Очень большой порт. Здесь пирсы. Этот, по-моему, пирс номер 70. Вот этот. А там, где вот это вот. Вот это колесо обозрения, 55 или 54, следующий сюда ближе, вот это аквариум. В общем, там столько ресторанов, все красочно оформлено, очень круто. И вот это вид на Сиэтл. Здесь красивые дома. Здесь это, по-моему,
пятиэтажки, кажется, внизу. Там на домах солнечные батареи, парковки. Здесь очень шумные ребята справа. Ой, я боюсь близко подходить, мне страшно, у меня поджилки трясутся. You're not afraid sitting there. Not afraid? Not afraid. Вот они сидят, блин, близко, почти стеклянные. Там девчонки тоже сидят, тоже не боятся. Ой. Там собачек выгуливают. Не, вы видите, что они вытворяют? Оставили его. Ой, ой, ой. Вот как у нас народ развлекается. И что только не сделаешь ради Ютуба. Oh, okay.
прошел, я уже круг сделал. Richard, I made the round. Did you see that yacht over there? You see the tank that we went around to. Да, вот это мы сняли. Так, яхта подплывает, там стоят большая. And we didn't go around the island, behind that. Centimeters of glass between you and there. Ой, я не могу, у меня все много. С меня хватит на сегодня впечатлений. Я там потряслась на колесе обозрения, потом нас занесло в море, и теперь я на высоте птичьих полетов. Hello, YouTubers. Yeah, Dad, you're right. Quite a bit more water. Так, мы вернулись в ту точку, из которой начали. I'm sitting. Thank you.